Что касается предателей, они сами загнутся. Уверяю вас. Потому что, ну вот представьте себе, вот последний наш случай предательства, когда выдали группу наших нелегалов. Это же офицеры. Понимаете, офицеры. Человек предал своих друзей, товарищей по оружию. Это люди, которые положили всю свою жизнь на алтарь Отечества. Что такое выучить язык на уровне родного? Отказаться от родственников, не иметь возможности приехать похоронить близких людей. Вы только вдумайтесь в это. Человек всю свою жизнь отдал на служение Родине. И нашлась какая-то скотина, которая таких людей предает. Как он будет жить с этим всю свою жизнь? Как он будет смотреть в глаза своим детям, свинья? Вот... Чего бы там ни было, и какие бы 30 серебряников эти люди не получали, они колом встанут у нее в горле, уверяю вас. И это прятаться всю жизнь, не иметь возможности пообщаться с людьми, с близкими. Это, знаете, человек, который выбирает такую судьбу, 1000 раз еще об этом пожалеет.